Всем привет! Приветствую вас на канале Окси Рукодельница. И сегодня мы с вами будем делать вот такую очень симпатичную маленькую елочку. Это может быть как украшение на елку. Для работы нам понадобится зеленый бисер, золотистый, также 4 бисеринки разных цветов. Я взяла красную, желтую, голубую и синюю. Ну и проволока, на которой мы будем плести нашу елочку. Приступаем к работе. Набираем 4 золотистых бисеринки. И проходим навстречу через последнюю бисеринку. Протягиваем так, чтобы у нас с двух сторон остались одинаковые края нашей проволоки. Дальше набираем с одной стороны одну золотистую и одну зеленую. Одну зеленую. А с другой стороны одну золотистую. И проходим через зелененькую бисеринку навстречу. Вот таким образом затягиваем. Вот что у нас получается. Дальше набираем одну золотистую и две зеленых. Одну золотистую и две зеленых. На один край проволоки. И на другой край набираем одну золотистую. И там, где золотистая, проходим через две зелененьких. Затягиваем, набираем одну золотистую и 3 зеленых на один край. И одну золотистую на другой. И там, где одна золотистая, проходим через 3 зеленых. Затягиваем. Вот что у нас уже вырисовывается. Дальше набираем одну золотистую, одну зеленую, одну голубую и две зеленых на один край. И с другой стороны набираем одну золотистую. Проходим через две зеленых, голубую и зеленую. Затягиваем. Вот что у нас получается. Дальше набираем одну золотистую, три зеленых одну желтую, одну зеленую. И с другой стороны набираем одну золотистую. И там, где одна золотистая, проходим через зеленую, желтую и 3 зеленых. Вот так затягиваем. Дальше набираем одну золотистую, 2 зеленых, красную и 3 зеленых. С одной стороны и золотистую с другой стороны. И проходим там, где золотистая бисеринка, через 2 зеленых, 3 зеленых, красную и 2 зеленых. Затягиваем. Набираем одну золотистую, 3 зеленых, одну синюю. Три зеленых. С другой стороны одну золотистую. Проходим навстречу через 3 зеленых, синюю и 3 зеленых. Затягиваем. Дальше набираем одну золотистую,
8 зеленых. И с другой стороны одну золотистую. Проходим навстречу через все 8 зеленых бисеринок. Затягиваем. Набираем золотистую. 9 зеленых. И с другой стороны набираем золотистую. Проходим через 9 зеленых навстречу. Затягиваем. Набираем золотистую, 10 зеленых с одной стороны и золотистую с другой стороны. Проходим через 10 зеленых навстречу. Затягиваем. Дальше смотрите, набираем одну золотистую, 4 зеленых одну золотистую, одну зеленую и одну золотистую. Одну золотистую с одной стороны и с другой стороны набираем одну золотистую и 4 зеленых. И проходим этой иголочкой через золотистую, зеленую и золотистую. Затягиваем. У нас получается. Набираем с одной стороны 3 золотистых, одну золотистую. И проходим через 2 золотистых. Затягиваем. Дальше набираем 2 золотистых на одну сторону. И второй проволокой проходим навстречу через обе золотистые. Затянули. И снова набираем 2 золотистых бисеринки. И проходим навстречу через обе бисеринки. Елочка готова. А дальше леску мы закрепляем и обрезаем. На мой канал ставьте лайки. Это меня очень мотивирует создавать новые видео. И до новых встреч!